Здравствуйте, дамы и господа. Большое спасибо за то, что вы к нам присоединились. Это сессия с открытым микрофоном в рамках ИГФ 2020. Я надеюсь, что вы хорошо отдохнули после всех тех интересных дискуссий, которые у нас были на прошлой неделе, на протяжении полтора недели. Я хочу вам напомнить коротко, что эта встреча записывается, у нас синхронный перевод. Надеюсь, что вы видите кнопку перевода. Также существуют и титры, которые будут следовать, и мы также это вещаем. Что касается событий, они будут в следующем порядке. Вначале у нас будет вступление, и мы подытожим коротко от имени секретариата статистики. Потом мы перейдем к сессии, где будет открытая площадка для дискуссии. Потом мы вам объясним, чего мы ищем, что пошло хорошо, что пошло не до конца хорошо, и чего мы ожидаем в следующем году, и то, что мы считаем, что нужно сделать по-другому или совсем по-новому в следующем году, потому что мы сейчас думаем о том, что мы постоянно совершенствуемся, и этот процесс идет так, что у нас вот огромный интерес по отношению к тому, что вы считаете, что можно сделать лучше. Конечно, учитывая все те ограничения с ресурсами, которые у нас всех. Так что я сейчас передам слово председателю, чтобы он сказал несколько слов. Энрет. Большое спасибо. Надеюсь, что мой виртуальный фон сегодня работает. Большое спасибо всем за то, что вы к нам присоединились. Я бы хотела в первую очередь поблагодарить вас за участие в ИГФ. Это было огромное усилие, чтобы это организовать. И это была довольно трудоемкая задача. Но думаю, что приоритетом было то, что это не было только событие онлайн, это было событие, которое максимировало потенциал именно включенности, инклюзивности онлайн. Я хочу поблагодарить МАК, секретариат за замечательную работу, которую они проделали. Также не только тем, кто организовал, нужно сказать слова благодарности, но также и тем, кто участвовал в сессиях. Поэтому мы ждем ваших критических, конструктивных замечаний и реакций. Спасибо большое, Энриет. Я подписываюсь под всем тем, что ты сказала, и касательно участников, и МАК, и секретариата, и всего касающегося волонтеров, также переводчиков. Все сработало вместе очень хорошо, намного лучше, чем мы ожидали. И мы действительно довольны результатами. Но хотелось бы также и знать, что мы можем сделать лучше, как мы можем это также продолжить. Сейчас вторая часть нашей дискуссии. Я хочу вам передать статистические данные коротко, что касается участия в ИГФ. Что касается группы заинтересованных лиц, 19% это именно частный сектор, правительство 17%, 9% это НПО, гражданское общество 40% и техническое сообщество 15%. И я очень доволен этим статистикам. Это
также показывает на рост в статистических данных участия правительства, НПО, а также частного сектора. Это просто сравнение в пропорции заинтересованных сторон, которые участвовали в предыдущих ИГФ. Это, конечно, также учитывает аспект онлайн, того, что это было организовано онлайн, дистанционно, не было необходимости, чтобы путешествовать. Но я очень рад, что у нас было именно такое участие. Что касается зарегистрированных участников, их было 6148. Это те цифры, которые мы записали во время уикенда, это во время выходных, это не за все время данной конференции. Потом правительство свыше 1000, НПО 570, гражданское общество 2444, техническое сообщество 933 и частный сектор 1132. Это зарегистрированные участники, но, пожалуйста, учтите, что можно было также и выслушать наши сессии с помощью YouTube и Facebook, и эти каналы использовались. Мы также регистрировали, записывали наши встречи. Что касается распределения участников, откуда они были? Как обычно, большинство участников происходило из ВИКФ. Как вы знаете, Бразилия является довольно мощным участником. В Африке самый крупный процент происходил из Нигерии. В Европе это была Германия, Англия и Польша. И в следующем году ИГФ будет организоваться именно Польшей. И это те более темные цвета обозначают те страны, откуда происходило большинство участников. Были также и участники из Танзании, так что нужно к этому присмотреться. И из Северной Кореи не было участников. Я думаю, что это говорит само про себя. И вот я еще посмотрю, есть ли другие страны, которые я хочу упомянуть. Что касается того, что мы сделаем как секретариат, посмотрим на те числа, которые являются самыми маленькими, и проанализируем это. Можно ли это улучшить? Можно просто на это посмотреть и подумать, как мы можем это улучшить, этот уровень участия в этих странах или регионах. Я только что увидел эти страны: Лаос, Гуяна, Северная Корея, Республика Конго, Танзания. Там не было многих участников. Можно вот подумать, как можно привлечь этих участников, особенно по интернету. И еще другие статистические данные. У нас было 295 событий, 235 – это вебинары, и 60 сессий – это были обычные встречи. У нас было почти 21 тысяча соединений к сессии.
Это означает, что это индивидуальные лица подключались к сессии. Это были те открытые сессии. Так что это тоже число, которое составляет своего рода бенчмарк участников наших сессий и встреч. Мы вещали свыше миллиона минут. А что касается нашего графика, у нас было 250 соединений по имейлу. Это те люди, которые хотели выйти на связь с другими людьми. Так что, несмотря на то, что это было онлайн, люди все равно использовали также эту способность, чтобы выйти на связь с другими людьми. Так что это показывает, что можно преодолеть эти барьеры, и все-таки люди стремятся разговаривать друг с другом. Что касается главных событий, в зависимости от участия, это цифры, которые показывают статистику в Zoom. Мы не учитываем YouTube, статистики UNTV и Facebook. Что касается самого посещаемого события, это была открывающая сессия. Это была также главная сессия по окружающей среде. Это была одна сессия, хотя они были отдельно. Это было самое посещаемое событие, посвященное окружающей среде, и также закрывающая сессия. Так что эти два соединены. Были три соединенные сессии. Потом у нас было 20 разных сессий о региональной местной инициативе. У нас была главная сессия о доверии. А также были круглые столы. Мы говорили о роли интернета. И также главная сессия о данных. И также были сессии, посвященные инклюзивности. Что касается статистики, которая была предоставлена на UNTV, вы видите здесь, что у нас довольно высокое количество зрителей. Первая сессия была посвящена безопасности. Почти 1200 просмотров. Потом главная сессия о доверии, свыше 1100 просмотров, и круглый стол парламентариев, численность зрителей составила 1000. Это очень интересные данные, и это также показывает, какова динамика этих сессий. Это очень интересные виды сессии, в которых заинтересованы люди. Я бы также хотел, чтобы мы перешли к результатам. У нас имеются результаты на нашем веб-сайте, на веб-странице IGF. Можно зайти на эту страницу. Не все могли это найти, но если вы войдете в закладку «Новости», то там вы увидите результаты. Мы можем также... Мы будем также переключать наш сайт в начале января. Так, здесь мы видим результаты IGF 2020 года.
вы можете зайти на веб-страницу. И, пожалуйста, я попрошу также секретариат, чтобы они разместили ссылку в чат, чтобы все могли туда войти. Это официальные результаты, которые были подготовлены секретариатом ООН. Это такие еще пока черновые проекты документов. И у нас есть также определенные послания, черновые послания по поводу данных окружающей среды, инклюзивности и доверия. У нас также есть отчет о первой фазе IGF 2020. У нас также тут имеются пресс-релизы ООН для тех, кто заинтересован в этом, а также определенные высказывания генерального секретаря, а также заключительное выступление, а также заключительное выступление представителя ООН ДЭСа. Также я представлю результаты межсессионной работы, и мы будем продолжать это подчеркивать также и в течение года, что мы действительно проводим очень много межсессионной работы. Были также определенные такие комментарии во время встречи, что, которые касались того, что это не должны быть просто какие-то мероприятия, которые происходят раз в год. Мы действительно проводим работу в период между сессиями. Мы действительно проводим очень динамичные встречи, подготавливаем отчет, а также подготавливаем различную информацию. И мы работаем также в рабочих группах МАГ. И это очень важно. И можно также... Мне казалось, что если кто-то имеет что-то, что мог бы внести также в эти рабочие группы МАГ, то вы также можете к этому присоединиться. Это одна из наших таких основных философий, которые стоят за этим. Это инклюзивность. Поэтому вы можете также к нам присоединиться. Также у нас имеются результаты от участников. То есть это основные выводы после сессии. Также добровольные обязательства, которые мы на себя берем, и те, которые мы выявили. И также у нас имеются скрипты в записи всех сессий. Можно также посмотреть видеоматериалы со всех сессий. Можно также войти на канал на YouTube, также войти на веб-страницу. На Фейсбуке также можно найти видео с основной сессии на высоком уровне, высоком разрешении. Также вы можете зайти на телевидение ООН и также найти это видео. Также какие еще были загружены результаты, которые были загружены. Также они подготовили свою версию ежедневных отчетов, анализов, таких общих итогов по сессиям. Вы можете войти на их веб-страницы и посмотреть интересную информацию. То есть все, что было проделано за официальное время встреч, все это размещено здесь. И опять-таки я хотел бы упомянуть, что есть конечный срок 1 декабря. Это срок, до которого должны быть поданы все отчеты о сессиях. И мы даем также возможность сообществам прокомментировать потом эти отчеты о работе во время сессии. Поэтому... Пожалуйста, вы можете, если что-то вы хотите сказать, то отправьте нам просто имейл, чтобы к нам в секретариат, чтобы мы могли изучить, что вы хотите внести, что вы хотите сказать. И мы также хотим подумать, рассмотреть то, что вы нам напишете. И если вы считаете, что мы, например, как-то не совсем правильно представили какую-то точку зрения или что-то пропустили, упустили из внимания, то, пожалуйста, напишите нам это. Если говорить об отчетах сессий,
что если у вас есть какие-то комментарии к таким отчетам, то, пожалуйста, отправьте это также в секретариат, и мы также будем этим заниматься, просмотрим это, отправим это также организаторам сессий и также позволим им узнать ваше мнение и, возможно, каким-то образом изменить свои материалы по сессиям в зависимости от того, каким образом вы подготовите свои комментарии. Мы также надеемся, что у нас будут подготовлены окончательные результаты к концу декабря, и тогда мы начнем распространять эти документы сообществам, нашим коллегам в ОСР и в различные организации ООН, то есть, например, в ЮНЕСКО, которые являются также нашими партнерами. Я думаю, что, в принципе, это все, что я хотела сказать. Позвольте мне спрошу Анриет, если хочет ли она что-то добавить. Был вопрос на чате, как эта статистика может быть сопоставлена с предыдущими встречами IGF. Это был один из вопросов. А также еще один вопрос. Связь между национальными IGF и региональными IGF, насколько сильна эта связь? И каким образом можно сопоставить статистику? Из моей информации следует, что очень хорошо, что статистика выглядела очень хорошо, когда встречи были лицом к лицу. У нас есть статистика по Zoom, но у нас тут еще не добавлена статистика по телевидению ООН или по YouTube или по Facebook, но мы знаем и мы осознаем, что да, в какой-то степени некоторые люди, которые действительно вошли на Zoom и которые также смотрели на Facebook и которые смотрели о телевидении ООН, мы понимаем, что если бы это не было виртуально, они бы не воспользовались этим. То есть, но с другой стороны, я думаю, что на самом деле намного больше людей слушает какой-то определенный канал, чтобы узнать, что происходит. Поэтому я думаю, что если говорить об участии, то у нас большее количество участников из большего количества стран в этом формате, в этом году, чем по сравнению с тем, когда у нас были такие обычные встречи лицом к лицу. Но при этом не стоит пренебрегать значением этих встреч. Нам надо понимать, что такое онлайн-участие очень важное. Мы должны стараться интегрировать участников онлайн в наши встречи лицом к лицу. И если говорить о региональных, национальных инициативах, то я думаю, что наша коммуникация с национальными и региональными инициативами очень хороша. У нас действительно есть фокусные группы, и они проводят очень хорошую работу, они связываются с национальными и региональными лидерами, и они также проводят свои независимые инициативы, и они не работают на нас, но мы работаем с ними. И насколько я видел и заметил, то сотрудничество, это именно сотрудничество, которое у нас было с ними, оно очень хорошее, и мы будем надеяться, что сможем его укреплять еще больше. Я бы только хотела добавить, что с точки зрения контента во время этого IGF, мы теперь намного более заметны, чем когда-либо до этого. Мы транслировали и основную сессию, и другие сессии. Мы действительно достигли, по сути, такого граничного уровня с точки зрения количества вовлеченных людей. И мы не должны останавливаться на достигнутом и не можем опускать свою планку.
Например, я вижу, что от Юта Кроу есть какой-то вопрос, от Ами Хусейн и от других. И если кто-то еще что-то хочет сказать, то, пожалуйста, подкрепляйте, поднимайте свои ручки. Юта, спасибо, Андрей, что вы так отлично представили статистику по виртуальному AGFF за этот год. Пожалуйста, вначале представьте себя. Я являюсь членом МАК уже третий год. Мы представляем гражданское сообщество. Я из Германии. И я бы также хотела сказать, что я занимаюсь также сотрудничеством с коалицией вместе с Маркусом. И я была очень рада увидеть эту статистику и не только по участию, но также и посмотреть, насколько много участников, насколько много обозревателей наблюдало за основной сессией на YouTube. И мы принимали участие в подготовке. И мы также мы начали только нашу работу, но еще аж так сильно не были вовлечены в организацию. Но что я бы хотела сказать по поводу динамической коалиции, что это по поводу того, что как раз у нас было в понедельник на этой неделе, то я хотела бы подчеркнуть, насколько важна работа между сессиями нашей динамической коалиции и важно то, что мы создаем. Все, что мы подготавливаем, это происходит в духе сотрудничества. И у нас не только достигнуты хорошие результаты нашего сотрудничества, но также нам удалось очень хорошо связаться с различными сообществами. Нам удалось затронуть очень большой спектр вопросов, связанных с отношением с правительствами. Мы также предложили подготовить исследование по поводу динамической коалиции, то есть по поводу того работы, которая была проведена за последние 15 лет, а также с точки зрения будущего и с точки зрения модели IGF+, с точки зрения динамической коалиции и с точки зрения того, чтобы понимать, насколько важную роль играет динамическая коалиция. И также мы видим, что по мере роста членов динамической коалиции мы можем использовать и брать новые какие-то разработки, внедрять их в сфере управления интернетом. И также объединять это и с вопросами окружающей среды, и с вопросами данных. Таким образом, и я на самом деле вижу, что работа динамической коалиции, она очень сильно помогает и в развитии национальным коалициям, и региональным коалициям. Большое спасибо. Спасибо, Юта. Теперь я приглашу Винта, чтобы он высказался. К сожалению, я хотела себя включить, но вы мне еще до этого не позволяли, поэтому спасибо, что вы допустили меня что-то высказаться. Я уже очень многие года участвую в IGF, и я прежде всего хотела сказать, что я настолько впечатлен тем, каким образом вы использовали технологии IT и механизм Zoom'а. И особенно я был удивлен тем, что какую работу вы проделали с переводом. Это действительно очень меня удивило. Но другая еще вещь, которая меня очень сильно впечатлила, это то, что насколько хорошо была работа, организована работа онлайн. Мы могли переписываться, мы могли общаться друг с другом. Это просто отличная работа, которую вы проделали. И интересно мне, все ли это вы сделали внутренними силами, или вы нашли каких-то подрядчиков, которые бы для вас создали эту систему, но это все было очень полезно. Интересно мне, доступно ли это для других, которые будут организовывать подобные какие-то мероприятия, чтобы мы могли тоже извлечь пользу из таких образом проводимых сессий. Просто шапоба, отличная работа. И что еще важно,
что для секретариата нужна поддержка, конечно же, с финансовой точки зрения, и нам необходимо иметь цели, к которым мы будем стремиться. И всегда есть также какой-то недостаток в кадрах, но тем не менее, то, что вы в состоянии проделывать, даже при тех ресурсах, которые у вас есть, то это просто отличная работа. И последнее, это то, что я хотела сказать. Я скептически отношусь к возможности сочетать онлайн и физический контакт во время таких встреч, потому что понятно, что как бы мы ни старались, люди, которые будут онлайн, всегда будут немножко в стороне. Но тем не менее, мне кажется, что эта среда онлайн, она настолько отличная. Даже не говоря о том, что мы нет тогда необходимости путешествовать. Конечно, я хотела бы вас всех увидеть лицом к лицу. И это отличный опыт, когда мы можем поехать в другую страну и встретиться. Но с точки зрения того, чтобы провести работу, реально выполнить работу, то действительно нам удалось сделать намного больше в таком формате. Спасибо большое, Винт. И я могу сказать, что Мак в настоящий момент думает о такой гибридной модели определенного рода. Но действительно, вы очень правильно тут отметили, что мы будем принимать во внимание. Хочет ли кто-то ответить? Спасибо большое, Винт. Вы были для нас огромной поддержкой для нашего секретариата, начиная еще с 2006 года. Мы действительно ценим вашу поддержку. И если говорить о таких технических аспектах, то большая часть работы — это все сделано нашими собственными усилиями, внутренними усилиями, нашими техническими специалистами. Луис, он разрабатывал графики и все остальные. И Сирина, которая также подготовила наш лендинг-пейдж и остальные такого рода аспекты. Двое из них провели, они двое провели отличную работу. Эти два аспекта действительно очень помогли нам хорошо поработать. Но также не хочу забыть о других, но также это у нас были консультанты по текстам. У нас, по сути, целая команда, которая работает над всеми этими аспектами веб-страницы. И мы также готовы и будем рады поговорить со всеми и рассказать, каким образом мы это сделали. Мы всегда можем с вами созвониться. Если у вас есть какие-то вопросы, мы вам с удовольствием этом расскажем. Этот опыт был также очень важным для нас, потому что мы разговаривали с технической группой Icon, iStock. Мы также разговаривали с другими организациями в IGF. Они нам говорили, каким образом это будет работать и что не срабатывало, чего нам стоит избегать, а во что нам нужно вложить больше ресурсов, во что меньше. Мы также очень благодарны этим людям. И мы просто очень многому научились друг от друга. Теперь у нас есть Амир Хасейн. И следующие люди, которые будут задавать вопросы. Да, мы вас слышим. Слегка слабо, но слышим. Спасибо. Добрый день всем. Прежде всего, я хотела поблагодарить IGF. Амир, пожалуйста, представьтесь. Я хотела поблагодарить IGF и MEC за отличную работу. К сожалению, плохая связь и не слышно все, что говорит выступающий. Голос выступающего прерывается, и не слышно, что он говорит.
Звук A является довольно плохим. Digital sanctions on some nations have become more. We are actually. На самом деле, нам очень сложно вас услышать. Я думаю, что вам стоит написать ваш комментарий в чате, потому что мы действительно очень плохо вас слышим. Я бы предложил создать комитет киберпространства в ООН. И комитет по киберпреступности, и мы должны создать такой комитет по киберпространству, который немного похож на который будет похож на организацию ICO, чтобы мы изучали именно эту сферу интернета. И нам необходимо создать это. Для меня это прозвучало как целая тема для сессии. Я бы хотел всем напомнить, что мы говорим IGF 2020, но то предложение, которое только что высказал наш коллега из Ирана, и если посмотреть на контент, то мы действительно пригласим вас, чтобы вы подавали свои заявки на то, какие темы мы будем обсуждать во время IGF 2021. Вы можете подавать нам свои рекомендации, и это какие темы вы хотите. Я еще только хотел сказать под конец, что нам необходима организация, гражданская организация по киберпространству под эгидой ООН, чтобы разрешать накопившиеся проблемы. Нам необходимо также создать какую-то хартию, особенно для киберпространства. Нам необходима именно хартия, какой-то договор, чтобы мы могли защищать конституционные электронные права балансированным образом, чтобы учитывать и безопасность. Нам также нужны нормы, права по ответственному поведению на цифровых платформах. И поэтому мы надеемся, что IGF будет обращать внимание на эти важные аспекты.
большое вам спасибо, что вы позволили мне затронуть эти важные вопросы. Спасибо за ваше участие. Вы были очень активным участником, и те рекомендации и комментарии, которые вы разместили в чате, могут также поспособствовать улучшению этого процесса. Потом у нас голосование. Пожалуйста, высказывайтесь коротко. Меня зовут Пауте Натрис. Я являюсь консультантом правительства из Нидерландов. Я из коалиции по интернет-стандартам и безопасности интернета. Это была отличная работа, то, в чем я участвовал на протяжении последних двух недель в ИГФ. Так что большое спасибо всем тем, кто сделал это возможным. Что касается комментариев о гибридах, я думаю, что есть вариант, чтобы над этим поработать и к этому присмотреться, потому что у нас очень оживленная дискуссия на чате, и это немножечко все-таки отвлекало ведущих, потому что это был насыщенная дискуссия, и иногда не было возможности отреагировать. И когда было 6, 8, 12 человек в рамках одной сессии, то это не позволяло на участие онлайн. И если хотим, чтобы эта гибридная форма сохранилась также и на будущее, то мы должны это делать довольно мощным, влиятельным модератором того, что происходит онлайн, того, что происходит на чате. Другими словами, мы об этом должны подумать. А второй комментарий о самых сессиях. Может быть, нужно серьезно также подумать о форме, в какой они были организованы. Особенно, что даже если мы вернемся к физическому участию, часть будет также онлайн. То есть это также будет гибридная форма. И, конечно, можно это усовершенствовать. У нас было столько сессий, посвященных ковиду и интернету. Но они обсуждали одну и ту же тему. Так что, что касается каких-то результатов, ощутимых результатов, то в следующем году, какой бы ни была главная тема, нужно подумать об эффекте сессии до того, как она начнется. И нужно также подумать об ответах, что сделать, чтобы этот результат, этот эффект был хорошим. И тогда ИГФ будет катализатором идей, а не будет так, что один и тот же человек будет говорить на протяжении всей сессии. И последнее предложение. Я думаю, что вы были главной темой The Economist, и нужно придумать новые формы сотрудничества. Это одна из тех организаций, где это может быть воплощено в жизнь. Может быть, главная сессия в следующем году может быть посвящена международному сотрудничеству. И нужно подумать о том, чтобы все те главные организации, администраторы были приглашены на эту сессию. И то, что нас упомянул The Economist, это действительно
случай к тому, чтобы это торжествовать. Большое спасибо за ваше выступление. Хорошо, мы сейчас должны сжато высказываться, потому что очень много людей хочет высказаться. Пожалуйста, следующий выступающий. Сива. Да, я участвовал в динамической коалиции о ценностях, а также о координации DC. И что касается динамических коалиций, они являются очень важной составной ИГФ. И мы имеем вклад в работу над ИГФ. Плюс, может быть, хорошо было бы, чтобы вы играли формальную роль на всех уровнях в отношении ИГФ плюс. И, может быть, иногда с участием самого секретариата. Спасибо. Большое спасибо, Сива. Следующий выступающий – это у нас Сильвия. Спасибо, Анрет. Надеюсь, что вы меня слышите. Меня зовут Сильвия Каэна. Я работаю для Европейского фонда. И я соединяюсь с вами из Австралии. Я бы хотела прокомментировать, что секретариат ИГФ и все люди, которые организовали это событие, являются просто отличными организаторами. Я хочу вас поздравить с этим событием. Это был отличный диалог, и думаю, что не было другого события, после которого мы бы получили столько положительных откликов со стороны участников, слушателей. Я хочу поблагодарить моих коллег из МАГ. Вы действительно как-то привели к тому, что адреналин работал. И что касается самой программы и также тем, думаю, что были очень хорошо подготовлены главные сессии. В этом году можно было также переключаться с одной сессии на другую. И была также ссылка на результаты. Я знаю, что можно всегда сделать что-то лучшее, и я думаю, что является очень возможным, чтобы и следующая встреча прошла в гибридной форме. Я бы хотела сделать 3 рекомендации. Я хочу поощрить МАГ, чтобы он учел механизмы, чтобы укрепить тему окружающей среды. Это был новый путь, но это был самый посещаемый по статистике. Это было просто неимоверно. И это означает, что это вызывает огромный интерес со стороны сообщества. И сообщество с интересом выслушало именно все о всех вопросах, касающихся консультаций и так далее. Второе. Если будет новая идея, чтобы организовать новые сессии, хорошо было бы, чтобы еще укрепить и расширить услуги, касающиеся титров и также переводов, может быть, добавить другие языки. И это я могу сказать по тому, что мы увидели, что мы считаем. И хорошо было бы также, чтобы секретариат обратился с открытым письмом после такой встречи.
и сообщил, чему мы научились именно в плане технологии. Я знаю, что было очень много вызовов, которые описывались участниками. Это не было присущно только ИГФ. Эти все вызовы, они существуют всегда и везде. Я надеюсь, что для всех эта конференция будет полезной, особенно для правительств, для заинтересованных стран. Я хочу поощрить секретариат, чтобы он эту идею продвигал дальше. Спасибо. Большое спасибо, Сильвия. И большое спасибо, Сильвия, за твой вклад в МАК. Мы будем по тебе тосковать. Хорошо. И следующий — Валерия Бетанкок. Спасибо. Надеюсь, что вы меня слышите. И спасибо всем. Я хочу поздравить всех тех, благодаря кому был возможен успех этого события, то есть секретариат. Это показывает, что можно организовать именно такое событие, несмотря на все вызовы, в такое трудное время. Я хочу вас поздравить. Это только показывает, насколько важно, чтобы обсуждать вопросы, которые связаны с корпоративным порядком интернета. Я думаю, что мы все хотим больше, чем когда-нибудь продолжать эти разговоры, именно касающиеся сотрудничества в области интернета, а также интернет-порядка. Мы должны найти способы, как можно укрепить такое сотрудничество. И я хочу поддержать те рекомендации, которые были высказаны Сильвией, особенно вот то русло, которое связано с окружающей средой. Мы также хотели бы присоединиться к Сильвии, призывая, чтобы это русло окружающей среды было сохранено. Мы видим сеть политики, пилотной политики. Мы видим, что разрабатываются сейчас лучшие практики правительствами в области окружающей среды. И не могу воздержаться, чтобы не прокомментировать то, насколько важно, чтобы видеть возможности в будущем и насколько важно, чтобы их внедрять. Тут выходит на первый план огромная роль секретариата, и нужно на глобальном уровне обсуждать эти вопросы, касающиеся цифровых технологий, интернета и экосистемы. И то, что, наверное, было каким-то пробелом, я бы сказала, что эти беседы были на высоком уровне детальности. Были эксперты по безопасности и также правозащитники. Они высказывались, с чем они сейчас сталкиваются во время пандемии, во время эпидемии COVID-19. И мы бы предпочитали, чтобы также и другие высказались.
из наших коллег на эту тему из ИГФ. И я закончу тем, что хорошо было бы также получить обратную связь, что вы считаете, что сработало хорошо и неправильно. Я бы хотела также подчеркнуть, что мы очень довольны именно этой конференцией ИГФ. И когда мы говорили о том, как мы используем технологии, как мы реагируем на вызовы, не только те, которые связаны с COVID-19, но также и те, с которыми мы сталкиваемся каждый день в области цифровых технологий. Спасибо. Теперь Майкл Нельсон. И да, я понимаю, что это сложно. Пожалуйста, постарайтесь говорить коротко. Меня зовут Майкл Нельсон. Я был вовлечен в мировой саммит по интернет-сообществу. И те, которые меня знают, вы знаете, что я был в МАГА 6 лет назад. Вы также, наверное, знаете, что я могу очень часто вмешиваться. Я также очень люблю писать твиты. И поэтому я вам сейчас дам таких 10 рекомендаций за одну секунду. Поскольку это было удаленным образом, нам удалось более балансированно делать презентации. Единственное, что не произошло, то мы не использовали виртуальные возможности вовлечения людей во время всех панелей. И далее все те перечисленные люди из секретариата. Да, стоит экспериментировать с новыми формами. У нас была, например, отличная сессия с мозговым штурмом. Технические проблемы во время сессии открытий. У вас был редундантный дополнительный интернет. Отлично. Но надо проводить больше панелей по новым появляющимся технологиям. И поэтому, когда появляются новые идеи, просто люди не всегда об этом узнают, и поэтому не могут получить какую-то конкретную поддержку. Поэтому нужно как можно больше изучать о том, что произойдет в следующем этапе, что произойдет вскоре. Также многие сессии я не мог, например, проводить чат с какими-то конкретными людьми отдельно, и это проблема. Здесь я могу только на общем чате писать, и нужно на самом деле обеспечить какую-то возможность для общения в малых группах. Также было бы отлично, чтобы кто-то подготовил, чтобы мы могли говорить. Да, сейчас три происходят вещи одновременно. Что я хочу посмотреть? Я действительно хочу посмотреть. Что это за 5 сессий, которые обязательно должны посмотреть все? То есть, например, вы не можете, конечно, сказать, что эта сессия хорошая, но это плохая, но поработайте очень хорошо над графиком, над расписанием, каких-то подготовьте 3 конкретных шага, как записаться на какую-то сессию. Также важно, чтобы были ссылки на YouTube, потому что когда я вхожу в график, расписание, чтобы я видел сразу ссылку, мог посмотреть, кто там будет участвовать. Я также, я думаю, что IGF может это делать, чтобы мы хорошо, очень четко обозначали, в каких мы временных поясах. Тоже, наверное, не стоит делать сразу 12 сессий одновременно, потому что некоторые сессии были очень уникальные, неповторимые. И еще одна глобальная проблема – это то, что у нас было много сессий, которые не были посвящены ни управлению, ни интернету. И последнее, то, что я хотела сказать, это то, что я бы согласился с Вутом, что нужно больше времени на вопросы и ответы. Потому что очень часто нужно просто сказать во время сессии конец презентации. Теперь мы переходим к вопросам и ответам. Кроме того,
давайте не говорить о гибридном общении, давайте говорить о отдельном. Например, 10 дней в целом это будет длиться, 2 дня, например, что это 2 дня, что, например, мы проведем лицом к лицу, а все остальное онлайн. Мы должны также поддержать и отельный бизнес, и таксистов, и рестораны, и всех остальных. Давайте встретимся на короткое время, пусть все люди приедут вместе, соберутся на 2 дня, и после того, как мы обменяемся наиболее интересными идеями, можем перейти в виртуальную сферу. Давайте подумаем, как можно это сделать. Большое вам спасибо. Все мои комментарии я также записал. Спасибо, Майкл. Прежде чем я перехожу к следующему человеку, я вижу, что они понимают, что какой-то вклад, который они внесли во время сессии, это не было отражено в сообщениях. Я думаю, что вы должны прежде всего подождать отчета. Организатор сессии, он составляет отчет, и на основании отчета о сессии секретариат уже подготавливает окончательный документ по результатам. И да, конечно, нужно использовать новые инновации, и нужно позволить, чтобы люди комментировали отчет. И если поэтому ваши какие-то рекомендации или ваш вклад не был учтен до этого, то, пожалуйста, подождите 4 декабря, когда будут предоставлены отчеты о сессиях. И теперь я немного потеряла контроль. Итак, я приглашаю теперь Элизабет. Элизабет, спасибо. Это Элизабет Шаурман, информационное общество Германии. Также молодежный саммит, и в этом году у нас был такой проект по устойчивому развитию и устойчивость. Я видим это как такая определенная отдача от молодежи. И я хотела бы коротко прокомментировать то, что, как я считаю, было наиболее положительным. В этом году у нас были представители молодежного сообщества на высоком уровне, и они принимали участие во время обсуждений, во время мастер-классов. И это действительно начало уже происходить, что молодежь вовлекается. И IGF была такой платформой, где тоже молодые представители могли высказываться. И в следующем году у нас, конечно, будет отличный такой уже темп, который мы набрали, и мы хотим удержать этот темп. И стоит этот темп не сбавлять. И это также может... Ту обратную связь, которую я получила от моих коллег, молодых представителей, то это то, что им показалось, что из-за формата достаточно сложно было принимать участие, активное участие. Как мы все знаем, во время виртуальной сферы молодым людям сложнее войти, так скажем, вклиниться, потому что они чувствуют, что они молодые. Но да, статистически было легче вовлечься большему количеству людей. То есть люди могли участвовать в таких местах, из таких мест, из которых обычно бы люди не приезжали. То есть формат, в принципе, очень хороший. Если мы переходим на виртуальный формат, то нам надо понимать, что у нас общение совершенно другое, что форма общения совсем другая. И нам нужно также очень хорошо проанализировать то, что мы сделали в этом году, и воспользоваться теми советами, которые были нам даны. Я, к сожалению, я хотела бы сказать, что чаты, они действительно это очень эффективны, но при этом они могут очень сильно отвлекать. А скажите мне, пожалуйста, вот были молодежные сессии параллельно. У нас также был такой неформальный открытый микрофон на прошлой неделе, и молодые люди могли чувствовать, что они предпочитали бы, чтобы не надо было выбирать между встречей для молодежи и встречей для всех остальных людей. Как вы к этому относитесь?
Мне кажется, что вы себе отключили звук. Судя по моему опыту, что лучше, наверное, что, наверное, не всегда хорошо параллельно проводить какие-то молодежные встречи. Возможно, необходимо. Я бы сказала, что в таком идеальном формате стоило бы вовлечь молодежь еще до того, как будет начата основная сессия и мастер-класс, и будет реализовываться целая программа AGF. Спасибо, Элизабет. Я знаю, что также Аня будет работать над этими аспектами, со всеми остальными. Далее мы переходим к следующему участнику. Майкл Огия. Меня зовут Майкл Огия. Я работаю с организацией Глобальный форум по медиа. И также занимаюсь устойчивым развитием, журнализмом, журналистикой. Я также участвую в таком руководящем комитете, связанном с DC. И прежде всего, что я хотела бы сказать, что это отличная работа, которую вы проделали. Спасибо вам большое за то, что нам удалось вместе достичь успеха. Для меня лично, я уже много лет говорила о том, что с точки зрения устойчивого развития, с точки зрения защиты окружающей среды, то нам нужно перейти на такую форму работы. И, наконец-то, нам удалось это реализовать. И это действительно отличный опыт для меня. Поэтому спасибо вам и всем людям из сообщества, которые поддержали эту организацию. И это действительно было очень успешное мероприятие. Надеюсь, что мы будем в этом продолжать развиваться. Конечно, одно из таких недостатков — это то, что мы не могли полностью так общаться с людьми, не всегда могли связаться так с докладчиком, так, как бы мы хотели. Кроме того, ну, как бы это ни было, просто те, кто организовывал сессии, не могли поступить иначе, не было возможности технической, чтобы это организовать иначе. Также очень часто мы экспериментируем все одновременно с чем-то новым, но 2020 год, он немного другой. И если мы что-то будем делать виртуальное в следующем, и что бы это ни было, я думаю, что это будет прежде всего будет совершенно другим опытом, чем в этом году. Но честно вам скажу, что я был очень утомлен за этот год. Тут, конечно, была проблема еще и с часовыми поясами, но у нас, например, помимо того, что мы участвовали в этой конференции, также еще были наши повседневные обязанности. И у нас практически не было времени сделать перерыв в течение 2,5 недель. Также я соглашаюсь то, что было сказано по поводу формата вебинара. По сути, мы себя чувствовали, как условно мы участвуем в вебинарах, и одни, которые следуют одни за другими. И, по сути, не было такого обсуждения. Все это было поставлено с головы на ноги. И, кроме того, накладывались иногда некоторые сессии. И мы говорили об этом в понедельник. Я понимаю, что, возможно, это проблематично, что тут не было какого-то разнообразия. И что, например, что я понимаю, что сложно было бы какие-то комбинированные сессии проводить. Возможно, нам нужно было каким-то образом и учитывать часовые пояса. Я понимаю, что никогда мы не найдем какое-то идеальное решение, но я думаю, что даже если мы как-то можем это изменить, то надо основываться на каких-то конкретных данных. Также я хотел бы всех нас
не можем, что мы не можем относиться к онлайну как к офлайну, потому что мы все, и я ни в коем случае не критикую МЭК, они приняли решение, мы успели совсем справиться, мы смогли совсем справиться, и это было как раз подходящее решение на эти времена. Но на самом деле, я думаю, что не стоит просто воспроизводить это еще раз. И даже если мы будем проводить такую встречу еще раз онлайн, что, в общем-то, неплохая идея, что надо понимать, что если мы посещаем просто так сессию, то это, по сути, не аж такая большая вовлеченность. Качество тоже слегка тогда страдает. И это не какой-то упрек IGF, это упрек всем мероприятиям, которые происходили в этом году. То есть, по сути, у нас нет такой возможности, чтобы осуществлять нетворкинг, чтобы общаться. И это так деморализирует нас всех определенным образом. И я понимаю, что абсолютно мы... Да, конечно, нам надо каким-то образом и помогать определенным отраслям, которые пострадали в результате пандемии. Но также нужно понимать, что социальный элемент очень важен. Это является также определенной добавленной стоимостью, благодаря которой, добавленной ценностью, благодаря которой мы совершенно иначе себя будем ощущать. Большое спасибо, что вы меня послушали. Спасибо, Майк. Да, действительно. Мы не провели достаточно много времени, не посвятили достаточно много времени сессиям нетворкинга. Да, я также чувствую, что, и я думаю, что Майкл Нексон сказал об этом также, формат вебинаров был настолько сложный, поскольку это было настолько бесчеловечно. Вы прилагали усилия, чтобы участвовать в этих сессиях, а даже никто не увидел, что вы принимали там участие. То есть, по сути, это не слегка приносит небольшое разочарование. Но я думаю, что если говорить, МАК обсуждал это также. Мы смотрели на сессии по оценке, на оценки различных мероприятий. И мы постараемся использовать информацию, которую мы собрали для планирования в будущем. Следующий, кто у нас будет выступать... Так много всего происходит на чате, что я прям не могу увидеть, кто должен быть следующий. Ага, вижу, сейчас это будет Томеа. Вам слово. Спасибо, Анриет. И я также я являюсь представителем МАК, и также я хотела бы поблагодарить вам, Андрей, за то, что как вы руководили всем этим мероприятием и всему секретариату, и также поблагодарить всем сотрудникам за то, что вы столько всего посвятили своего времени, своих усилий. И я знаю, что вы посвящали также и свои какие-то семейные аспекты. Я хотела бы подчеркнуть 4 аспекта. Постараюсь это сделать кратко. Первое, если говорить об участии, то мы видим, что был такой беспрецедентный уровень регистрации в этом году. Большинство людей — это были новички, которые впервые пришли на наше мероприятие. Был очень широкий спектр участников, и не только с точки зрения регионов, которые принимали участие, но и с точки зрения того, какие секторы экономики принимали участие, какие международные организации принимали участие за последние недели. Это отлично. Это отлично, и я думаю, что это отличная возможность, чтобы мы продолжали наращивать потенциал на основании этого, и чтобы это помогало нам развивать нашу работу. Второе, если говорить о коммуникации, я также была очень впечатлена, что второй год подряд уровень отчетности, подачи отчетности и различных результатов действительно очень
высокий, и стоит как-то подумать о том, чтобы продвигать результаты того, что мы достигли и разработали. Весь контент, который здесь обсуждался, очень полезный, и важно подумать, каким образом мы можем вовлечь сообщество и каким образом мы можем не сбавлять темп на следующий год. И также здесь мы увидели огромную роль социальных сетей. Если говорить о технических аспектах, я хотела бы также подчеркнуть, что очень важно было, что мы могли следить за сессиями в прямом эфире на YouTube, что сразу же появлялась запись в тот же момент, когда сессия была завершена, то есть можно было просмотреть, вернуться к тому, что мы пропустили. И я думаю, что это будет учтено также в той форме, в гибридной или какой-то другой, которая будет принята на следующий год. И также нужно учитывать опыт участников и учитывать с точки зрения перевода, с точки зрения регистрации и так далее. И последний аспект, который я хотела бы затронуть, это, с одной стороны, я хотела бы еще раз подчеркнуть то, что хорошо, чтобы различные наши аспекты, различные основные сессии и параллельные сессии проводились, но сессии, и это можно проследить во всех сообщениях, что и то, каким образом мы можем выйти из ковида, из того всего, что происходит сейчас, это благодаря инклюзивности и благодаря новым технологиям и межправительственной организации, бизнес, гражданское сообщество. Мы просто слышим, как об этом все больше и больше говорят. И я думаю, что это самый большой комплимент для миссии IGF. И именно поэтому мы должны понимать, что нам очень сильно нужно пространство для того, чтобы вести обсуждение по поводу инклюзивности. Большое вам спасибо за потрясающие несколько недель. I was muted. Sorry. У меня был выключен микрофон, извините. А сейчас у нас Йохан, а потом Бруно. Я хочу поблагодарить вас за вашу тяжелую работу в рамках МАГ. У нас следующий участник МАГ, член МАГ, который уходит. Здравствуйте, меня зовут Йохан Михен. И я работаю в Касперске. Это международная компания по антивирусной программе. Мы работали в сетях, а также на событиях. Это был отличный опыт. И я хочу поздравить вас с этой работой. Я в Германии, у нас местонахождение в Германии, я забыла это сказать, была очень хорошая презентация, касающаяся регионов и заинтересованных сторон. И мы также выразили свою точку зрения. Я хочу сказать, что в этом году IGF был гибридным, он был онлайн, и благодаря этому очень многие имели возможность участвовать в нем. То, что мы увидели, было очень хорошим. Были разные пути, разная тематика. И мы считаем, что хорошим подходом было бы то, о чем сказал Майкл и Томия в их коротких высказываниях. Мы считаем, что важным является на будущее IGF, если бы у нас были гибридные события, чтобы они были разделены на разные стадии, потому что люди являются центром IGF, а у людей разные заинтересованности, разный уровень работы. Некоторые более заинтересованы
в том, чтобы участвовать онлайн, другие предпочитают просто поехать на место. И хорошо было бы, чтобы также разделить тематические пути. И также хорошо было бы также упростить оценку разных сессий, либо онлайн, либо другим образом. Думаю, что именно также нужно усовершенствовать процесс регистрации на веб-сайте ИГФ. Я слышал, что такое будет сделано в январе следующего года, и также и секретариат, и ИГФ были, и МАГ были очень открыты на новые идеи. Была очень хорошая коммуникация. Это показывает, что у нас подход, который учитывает многих заинтересованных сторон. Спасибо. Сейчас Лора, потому что вам нужно идти. Я бы хотела высказаться от имени Access Now и также Governance Caucus. Я хочу поблагодарить секретариат и МАГ за внедрение этой интереснейшей конференции. Были сессии, которые были посвящены цифровым технологиям. Было много вызовов, связанных с организацией, но все это было преодолено. Я бы предложила, чтобы мы продолжили работу, касающуюся подхода к многим заинтересованным лицам и сотрудничеству. И я бы хотела также, чтобы мы учли то, что говорят другие, те рекомендации, которые высказывались. Что касается экосистемы, мы отправили письмо к МАГ о том, что мы хотим поддержать эту идею. Что касается сессии о дорожной карте, совместных операциях. К сожалению, у нас нет времени, чтобы опубликовать, чтобы сейчас прочитать, зачитать нашу позицию, но мы опубликуем ее. И несколько замечаний. Хорошо было бы организовать консультации, которые еще более будут внедрять подход, который опирается на многих заинтересованных лиц. И мы также хотели бы попросить, чтобы секретариат и МАГ постарались, чтобы модальности следующих конференции не пересекались. Мы хотим убедиться, что все заинтересованные стороны могут вовлечься в разные тематические сессии. Я хочу также сказать, что все заинтересованные стороны должны работать вместе, чтобы совершенствовать именно этот подход. И мы также хотим провести оценку участия разных заинтересованных лиц. И что касается принимающих стран, которые будут организовать, там также нужно обеспечить свободу выражения и другие свободы. Я хочу также порекомендовать, чтобы у нас была нацеленная коммуникация, структура коммуникации должна быть такая, чтобы она представляла истории успеха. Также гендерное равенство должно быть обеспечено на всех сессиях. Нужно укреплять участие женщин на форуме.
И именно их участие должно быть во всех сессиях. Спасибо. Спасибо, да. Мак добавил именно такую формуляр, такую карту, которая касается гендерного участия. И следующий выступающий. Здравствуйте. Я надеюсь, что вы меня слышите. Я был озадачен, потому что я увидела, что Бруно выступает до меня, но я постараюсь коротко высказаться. Да, она подняла руку. Я действительно уверяю тебя, что должно было быть по-другому. Да. Я работаю с правительством, я уже долгие годы занимаюсь этой тематикой. Я бы хотел присоединиться ко всем поздравлениям, которые направлены к секретариату, к МАГ. И также и тебе, Андрей, вы проделали замечательную работу. Я знаю, что это значит, потому что у нас была возможность также принимать этот форум 3 года тому назад. И тогда у нас было такое ощущение, что это просто продолжается до бесконечности. И у нас был низкий уровень интерактивности этих форматов, которые, например, связаны с вебинарами. Люди считали, что так труднее участвовать. Они не хотели также и испытывать проблемы с камерами, микрофонами и так далее. Но сейчас этот виртуальный формат оправдался. И также мы получили поддержку со стороны польского правительства. Это мощный сигнал, что ИГФ может, что ИГФ является стойким даже в таких сложных обстоятельствах. И именно этот успех участия, а также и тем, показывает, что нам удалось сделать что-то неимоверное в столь трудное время. Как многие сказали, мы очень счастливы, что была сессия, посвященная окружающей среде и цифровых технологиям, и главная инновация сводилась к тому, что во время всего процесса у нас была возможность слушать мнения сотен тысяч обычных граждан на тему интернет-порядка. Думаю, что это должно быть сведено к форме института. И было огромное участие в рамках разных тематических площадок ИГФ. Мы говорили об интернет-пузыре. И я также видел статью «The Economist», но это одна из немногочисленных статей, в которых мы упоминались, но нужно сейчас подумать, как мы можем этот пробел устранить, чтобы выйти на уровень принятия решений. Что касается пересекания сессий, нам нужно по-прежнему работать над моделью, которая опирается на темы, на проблемы, скорее, чем оставаться с моделью, которая опирается на владельцев,
данных или представителей данных учреждений, компаний и так далее. Я думаю, что также было слишком большое количество часов, которые мы проводили каждый день, следя за системой. Думаю, что 4 часа в день таких интенсивных встреч будет более чем достаточным. И я бы хотел вернуться к началу и сказать, что это был мощный сигнал, что ИГФ является стойким, что ИГФ готов, чтобы вырасти, чтобы эволюировать, чтобы действительно создать очень мощный ИГФ плюс. И думаю, что мы все вместе это внедрим в рамках дорожной карты. Thank you very much, Jorge. Большое спасибо, Хорхе. И опять спасибо за ваше долгосрочное посвящение. И также спасибо шведскому правительству. И как вы знаете, мы очень тесно рабочие, тесно сотрудничаем. Также со швейцарскому правительству. И также сейчас перед нами выступит Роберто. Пожалуйста. Большое спасибо. Андрета Шинетай. Меня зовут Роберто Самбрана. Я из Боливии, из IGF. Я также первый член МАК. Я также, как и мои другие коллеги, хотел бы поблагодарить за этот успешный формат и поблагодарить IGF и всех людей, которые были вовлечены в этот IGF. Я также хотел поблагодарить и не попрощаться, но, возможно, мы еще будем встречаться на каких-то других этапах, на каких-то других стадиях. Я думаю, что мы все извлечем пользу из опыта, который мы сейчас получили. Если говорить о моих комментариях, я также поддерживаю большую часть идей, которые были высказаны моими коллегами. Я хотела бы только добавить еще два других аспекта. IGF очень хорошо прокомментировал тенденции, но прежде всего очень важным здесь было то, что мы могли активно участвовать благодаря чату, мы могли выступать, и все это участие, оно достаточно вовлекающим. И также эта встреча, она провоцировала активное обсуждение. Возможно, даже более активное, чем во время сессии вопросов и ответов. И, во-вторых, на основании этого самое важное разница по сравнению с тем, что мы могли бы встретиться лицом к лицу, то мы также иногда бывает так, что мы, например, во время такой личной встречи мы не общались и не говорили комментарии, все, которые приходят нам в голову, докладчикам. Мы скорее поделились с нашим коллегой, который сидел рядом. Но благодаря этой форме мы делились всем этим с докладчиками. И мне кажется, что это очень важно. Но нам нужно также подумать о том, что также это и вовсе и не проблема, что в будущем мы можем встречаться или лицом к лицу, или виртуально. Я думаю, что очень важно подумать о какой-то более вовлекающей форме для сессий. И я также поддерживаю идею иметь две фазы. Не только потому, что нам нужно две формы для встречи, но нужно также время на то, чтобы общаться, поддерживать диалог. Спасибо большое. Это были мои комментарии. Спасибо, Роберто, за ваши комментарии. И за и спасибо членам МАК, которые покидают эту организацию. Надеюсь, что они еще не покидают IGF. И мы надеемся, что они также по-прежнему будут активными в процессе IGF, как и Майкл Нельсон. Я не вижу, чтобы еще кто-то поднимал руку. Давайте, пожалуйста, тогда давайте.
есть, я сейчас хочу... Дайте мне тогда посмотреть, кто-то хочет ли еще выступить. Да, Джудас. Сейчас, секундочку. Джудис. Джудис, у вас отключен звук. Джудис Хеллерстен, спасибо же за ваши комментарии. И также я слышала, что другие уже говорили о том, что как-то, чтобы это было более вовлекающе, было сложно. Сложные были сессии, потому что обычно... Обычно длятся эти встречи короче, а так вообще они сейчас были растянуты на очень длинный срок. Можно подумать, что это выглядело очень на подобном уровне, и услуги нам, нам обслуживание было очень хорошее, но при этом люди не совсем понимали, не всегда понимали, как нужно поступать, что нужно сделать. Также мне кажется, что от людей, которых я знаю, что они не поняли, что они могли выбирать между встречами и вебинарами. Только они это поняли, когда уже было слишком поздно. Иногда они, например, приходили на вебинар, а хотели бы, например, послушать докладчиков. И поэтому, возможно, мы можем каким-то образом подумать о том, каким образом мы можем иначе это сделать. Нужно каким-то образом продумать это. Я думаю, что нам необходимо понять, каким-то образом создать лучшее пространство для общения, для нетворкинга. Также многие платформы, они очень дорогостоящие, поэтому если мы будем делать это в будущем, то нужно подумать, каким образом создать какие-то такие виртуальные платформы. Я также видела комментарий Пола, и мне кажется, что... И YouTube для того, что мы делаем... то есть специалисты, которые заботятся о том, чтобы был перевод и все технические аспекты, чтобы работали хорошо. Саймону также нужно, чтобы были лица на экране, чтобы они могли поместить это правильным образом на YouTube, потому что то, что Пол говорил, потому что когда был сурдоперевод, то не совсем это было понятно. Нам нужно какой-то разработать более подходящий способ, и кто-то уже говорил об этом до этого, что единственная причина... Почему у нас было такое сложное планирование? Это то, что у нас это безопасность и какие-то ограничения Zoom'а. Но если говорить о YouTube, то не стоит ставить какие-то аспекты безопасности YouTube'а превыше всего. И, возможно, Майк упоминал это, что если хочу присоединиться, то мне надо зарегистрироваться. Но не все люди хотели регистрироваться, а на YouTube это были дополнительные люди, которые, так скажем, избегали каких-то аспектов, связанных с регистрацией. Да, мне нравится... Мне нравится программа Vibes, но она, например, ограничена для определенного количества людей и, наверное, более дорогая. Вопрос в том, во что мы будем вкладывать средства, которые у нас есть. Будем ли мы их вкладывать в то, чтобы у нас были лучшие технологии или в какую-то систему нетворкинга. Это очень, у нас очень мало, на самом деле,
тут пространство, в рамках которого, диапазон, которого мы можем решать, во что мы будем складывать средства. Когда был предоставлялся сурдоперевод, то было достаточно сложно. По сути, тут очень много таких аспектов, которые еще нужно учесть. Но, тем не менее, в целом, мне кажется, что все было отлично. Спасибо большое. Спасибо, Джудис. Я думаю, что да, действительно, вы упомянули именно то, с чем мы действительно тут чем мы сталкивались. У нас действительно был ограниченный бюджет. Мы также не хотели вкладывать большие средства, но при этом получить очень хорошие эффекты. Это постоянная, наверное, проблема. Но мы действительно будем учитывать нужды и потребности людей с инвалидностью. У нас вообще очень хорошее сотрудничество с DCAT, и мы будем продолжать это делать. И мы действительно будем стараться учитывать, чтобы был сурдоперевод в будущем. И если у нас будет сурдоперевод, независимо от того, каким образом мы будем проводить следующие наши встречи IGF. Я думаю, что мы сможем каким-то образом учесть это. Один комментарий по поводу нулевого дня, нулевой день. На самом деле он появился, потому что когда мы перешли к встрече, то было предусмотрено в договоре с страной, которая нас принимала, это то, что комната должна была быть готова за 2 дня до начала мероприятия. И с точки зрения стриминга, с точки зрения для подготовки определенных технических аспектов. И поэтому было сказано, что вместо того, чтобы всю инфраструктуру просто, чтобы она простояла и ничего не делала в течение 1 дня, мы позволим просто обществу воспользоваться всем оборудованием, то есть, например, какому-то академическому сообществу. И кроме того, еще другие сессии, которые не совсем соответствовали требованиям IGF, поэтому мы записывали их как предварительные мероприятия. Но, конечно, они должны были быть связаны с IGF. Поэтому предварительные мероприятия. Возможно, вы заметили, что требования сессий, они не всегда соответствовали наилучшим практикам открытого форума. Мы это предусмотрели. Мы не гарантируем, на самом деле, ничего. Мы не гарантируем нетворкинг, мы не гарантируем стриминг, мы не гарантируем транскрипцию. Ну да, в зависимости, если у нас будет, например, команда по транскрипции, которая приехала сюда за несколько дней до этого, то да, конечно, мы их используем онлайн. Совсем это выглядит, немного выглядит иначе, потому что мы не тратим какое-то время, не тратим пространство, поэтому надо будет нам принять решение, хотим ли мы потратить больше денег на транскрипцию, потому что, с одной стороны, когда мы встречаемся физически, то у нас есть люди, которые занимаются транскрипцией, и надо вообще будет продумать этот аспект. Да, нам надо будет посмотреть еще раз на нулевой день и посмотреть, что мы можем сделать лучше. В сути, это такой исторический момент. Мне кажется, что еще Марко хотел высказаться. Спасибо. Добрый вечер. Я услышала очень много комментариев, также связанных с техническими аспектами, учитывая, что это была первая полностью виртуальная встреча.
то и такие комментарии, связанные с чатами, и со всем, что не все могли использовать свою позицию и воспользоваться этими инструментами. Да, это все понятно. Но я думаю, что многие передо мной до меня говорили о том, что мы очень ценим, что вы решились воспользоваться этим форматом. И очень помогло нам то, что мы могли привлечь намного больше людей, и люди могли показаться и рассказать о том, кем они являются. И, по сути, это намного на будущее, надеюсь, что если будет даже полностью виртуальные встречи, мы будем знать всех, кто там находится во время встреч. Чтобы мы могли, я надеюсь, что вообще будут еще такие встречи, когда мы будем намного больше видеть друг друга. Но, в принципе, все хорошо. Спасибо. Спасибо, Марко. Еще раз большое спасибо за это высказывание. Я извиняюсь, если я это говорю не по порядку, но следующий человек в моем списке – это Абидаль. А потом Маурисио, а потом Вероника. Большое спасибо за то, что мне предоставили слово. Я хочу поблагодарить секретариат и МАК за организацию этого мероприятия. Я бы хотел поздравить их, а также хотел бы сказать, что мы оцениваем по достоинству то, что была затронута тема, которая связана с развивающимися экономиками. Мы видим некоторые проблемы с повесткой дня, с навигацией по веб-странице, но главным образом с повесткой дня. Мы видели много откликов со стороны населения, были проблемы с регистрацией, также с откликами. Нужно было также использовать ссылку, с этим тоже были проблемы. Так что первое – это повестка дня. Сначала нужно было нажать на кнопку, это не всегда работало, но все-таки большое спасибо за организацию этого мероприятия, за перевод. У нас французскоязычные участники, и многие сессии были на французском языке, они переводились на испанский, на английский языки, и это было хорошо, это нужно сохранить. Также нужно и во время других сессий обеспечить перевод для того, чтобы население могло в них участвовать. Формат был очень удобным. И еще раз спасибо секретариату ИГФ и МАК. Спасибо. Я закрываю список Оливии. Я думаю, что мы почти по времени уложились. Спасибо. Добрый вечер, добрый день и доброе утро. Я тоже мать, у меня один ребенок, он сейчас может мне немножечко помешать, но не обращайте внимания. Я бы хотела подчеркнуть, что для того, чтобы достичь цели инклюзивности, нам нужно также усовершенствовать разные панели. Но многие люди не заполнили до конца профили, поэтому у нас нет ресурсов, касающихся участников. У меня есть решение. У нас такая группа, это коалиция молодежи. У нас также цифровые
ресурсы, и мы являемся активной группой, и мы открыты, чтобы быть участником главных сессий. Мы хотим быть участником главных сессий. Мы хотим иметь свой вклад. Мы хотим также, как молодежь, высказаться. Спасибо. Большое спасибо. Да. Это тоже является темой, которая высоко размещена в нашей повестке дня. Об этом мы говорили во время первой и закрывающей сессии. Но это, конечно, недостаточно. Это очень хорошая идея. Вероника, пожалуйста. Ну, пожалуйста, как-то сжато, если можно вас попросить, чтобы вы высказались. Да, спасибо. Я хотела бы присоединиться к тому, что сказала Моришья только что. Об участии в ИГФ. Особенно, как вы знаете, мы целыми месяцами готовились к этому ИГФ, и я была разочарована, что главная панель была посвящена молодежи, но без ее участия. Хорошо было бы, чтобы Морис и ее организация также была привлечена, потому что нам нужны молодые эксперты в этих отдельных областях. И хорошо было бы, как если бы заинтересованные стороны нас узнали, с нами познакомились и узнали, как мы работаем. Спасибо. Оливия, и вам предоставлено последнее слово. Пожалуйста. Спасибо. Я буду говорить на тему подхода, который опирается на многих заинтересованных сторонах. К сожалению, технология такова, что нельзя всего координировать. Было настолько много участников из всего мира. Но я думаю, что на протяжении последующих 12 месяцев эта технология будет усовершенствована, и все сработает отлично. И это все. Спасибо большое. И я, конечно, присоединюсь к всему тому, что было сказано раньше, более формально. Спасибо. Спасибо, Оливер. И мы с вами увидимся в следующем году. Надеюсь, что нам удастся усовершенствовать эту цифровую часть. Большое спасибо всем за ваш вклад, за ваши высказывания. Мы их учтем. Будет запись доступна, а также титры. Мы также обратимся к вам всем, чтобы вы высказались на эту тему. Мы это опубликуем на веб-сайте и дадим вам время, чтобы вы нам свои отклики в письменном виде прислали. А сейчас, смотря в будущее, также думая о следующем году, кроме этих письменных откликов, мы также опубликуем просьбу, чтобы вы также рекомендовали вопросы, проблемы, которые будут обсуждаться в следующем году. С 6 по 22 декабря в Польше пройдет эта конференция. Новый МАК был уже также объявлен. Мы планируем также
организовать первые открытые консультации с 3 МАК в феврале месяце. И, как я упомянул, нам нужны эти отклики. Потом секретариат вам им также их опубликует, и у нас будут открытые консультации. К сожалению, учитывая настоящую ситуацию, я не считаю, что существует шанс, чтобы это была встреча лицом к лицу. Это, конечно, мое стремление на данный момент, что мы как-то встретимся, но, скорее всего, это будет встреча онлайн. Пока мы планируем, что это будет виртуальная встреча. Я передам слово Энрет, чтобы она высказала последнее слово уже. Не знаю, эта кнопка микрофона не работает. В чате есть вопрос, касающийся именно консультации онлайн или физических консультаций. Я еще раз хочу всех поблагодарить. Секретариат, вам уже говорили спасибо, вас уже благодарили. Но я хочу сказать, что секретариат имел двойную должность в этом году. Он организовал также и встречи на высоком уровне, так что двойная работа. Спасибо также и команде за поддержку ИГЭФ. И особенно огромные слова благодарности уходящим членам МАК. Я хочу поблагодарить их за их работу, вклад, но также и наследие, потому что они оставляют процедуры, документацию, все, что они разработали. И у нас ответственность перед сообществом МАК. Они за нами наблюдают. Большое спасибо за то, что вы с нами работаете. Мы встретимся на следующем ИГФ. Принимающей стороной будет Польша. Еще раз спасибо за участие в этом году. И спасибо уже заранее за то, что они сделают в следующем году. Спасибо большое. Спасибо всем. И особенные слова благодарности я направляю участникам от имени ИГФ. Спасибо.